Картофельные пенечки с фаршем – сытное и простое в приготовлении блюдо. Если заранее подготовить продукты, то на его приготовление у вас уйдет не больше 30 минут. Вымыть картофель, положить его в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности. Охладить картофель в мундире и очистить его от кожуры. Нарезать очищенный картофель кружками толщиной примерно 1 см. В глубокую миску выложить фарш. Добавить куриное яйцо. 100 граммов натертого на мелкой терке сыра. Измельченную зелень. Я использовала петрушку. Соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить в форму для запекания кружки картофеля. Сверху смазать их сметаной. И выложить подготовленный фарш. По желанию на некоторые кружки картофеля можно положить кружки помидоров, а затем фарш. Дополнительно заготовки можно посыпать пряными травами. Отправить блюдо в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Потом достать форму из духовки, посыпать оставшимся тертым сыром и снова отправить в духовку примерно на 8-10 минут, чтобы сыр расплавился и зарумянился. При подаче посыпать блюдо измельченной зеленью. Приятного аппетита!